Здесь продолжается закрытие, локдаун. В парках все опечатано. Нельзя никому заходить. Типа все щемятся. А вот белки не щемятся. Даже орут без масок, понимаешь? Вот такая вот несправедливость по отношению к белкам. Везде эти желтенькие ленточки, ленточники. Типа нельзя заходить, ай-яй-яй. Всем щемиться от меня и до следующего столба. У вас-то везде уже все открыли, а здесь еще не все. Как у жирафа в том анекдоте, когда все поржали через неделю в джунглях. Все слышат какой-то смех, гоготание. Что случилось? До жирафа дошло. Вот, посмотрим-ки, пожалуйста, на насекомых. Бегающих. И вот теперь посмотрим на растение, называемое папайя. Яйца папайя. Вот тут белки черные. Вот. Сейчас бегать начнут. Смотри, быстро. Эй, где так научился быстро бегать? Где так бегать быстро научился? Ты что, чемпион? Нет. Я просто профессионал. Профессиональные бельки. Вот. Ну да, иду пока. Берегите себя.